Вместо двух полос – четыре. На этой неделе в Копейске приступают к реконструкции Коммунистического проспекта. Масштабные работы разделили на два этапа. Первый, который будет реализован в этом году, включает в себя благоустройство по нечетной стороне проспекта. Будет произведено углубление, подсыпка нового основания как дороги, проездов, так и парковочных мест и заездных карманов для остановок общественного транспорта. Задача текущего года, чтобы параллельно к существующим двум полосам старого дорожного покрытия появились две новые полосы, как уже сказал, заезды и парковочные места. Реконструкция начнется от проспекта Ильича в направлении проспекта Победы. На период запланированных работ установят специальные дорожные знаки, предупреждающие автолюбителей. Однако, по словам представителей городской службы заказчика, для автомобилистов это не создаст каких-либо проблем. Существующее движение перекрыто не будет. Также сохранятся все заезды во дворы. От проспекта Победы с левой до проспекта Ильича справа заштрихована вся эта зона. Показаны места установки знаков. Знаки у нас снижают скорость движения не более 40, запрещают обгон на всей протяженности участка. Ну и призывают автомобилистов внимательно быть на дороге в связи с тем, что производятся дорожные работы. Второй этап, который запланирован уже на следующий год, коснется действующей дороги и четной стороны проспекта. В следующем году, с наступлением положительных температур, как только отойдет грунт, мы вскрываем старое дорожное покрытие и по той же логике строим еще две новые полосы дорожного движения, снова заезды, снова парковки, освещение дополнительное здесь появится. Сказал уже про остановки, будет 4 остановки общественного транспорта нового типа. Будет пешеходная зона, будет велодорожка, будут небольшие островки для отдыха граждан. Общий объем финансирования из областного бюджета составил 270 миллионов рублей. Первый этап работ планируют завершить до ноября.